Борьба – это, в принципе, в жизни борьба, во всем борьба, абсолютно. То есть бороться надо, ну то есть всегда, в любой ситуации нужно бороться, если ты хочешь выиграть, нужно бороться, если ты хочешь также где-то себя показать, также нужно бороться для этого. Независимо от того, на ковре ты это делаешь или в жизни. По этой схватке, как ты считаешь, оправдана в самом конце вот попытка соперника сделать бросок в такой ситуации? Конечно, оправдана. Это же, во-первых, оставалось мало времени, ему не оставалось ничего, кроме как рисковать. А как говорится, ну то есть мог бы рискнуть, если была бы удачная попытка, он бы выиграл. То есть рисковать всегда надо, независимо от того, получится это или нет. Вот ты в таких ситуациях, вот если бы ты проигрывал, остаются там 30 секунд, 20, что бы предпринял? Не, ну я тоже в основном рискую, когда, если бывают встречи, поединки, когда я проигрываю и времени остается мало, пробую. То есть даже бывает, пробую те приемы, которые никогда я не делал. Иногда это проходит, потому что соперник сам этого не ожидает от тебя. Особенно, когда вот в такой борьбе, в плотной, когда друг друга знает соперники, он ждет от тебя одного, а ты делаешь совсем другое, то есть с риском, и проходит. Поэтому я думаю, это оправдано, то, что он рискнул, попробовал. Тебе доводилось в каких-то других видах борьбы участвовать вот с твоей базы борца классика? Нет, мне не доводилось. Я только вот еще давно, когда года 3-4 назад, я тоже так же пробовал по пляжной борьбе бороться. Там попалось так, что единственный был маленький и боролся с более взрослыми, более опытными борцами. Попробовал, ну, а так особо не получилось. Песок в глаза – это такое себе.